Дороги Фокино приводят в порядок. Дорожные службы асфальтируют участок федеральной трассы, пролегающий через город. Работы ведутся ударными темпами. Ход капитального ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» проинспектировал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. С наступлением купального сезона автомобильный поток на автотрассах прибрежной зоны возрастает многократно. Отдыхающие стремятся к морю. Фокино в числе населенных пунктов этого горячего пути. Из-за плохого состояния участка краевой трассы, пролегающей через город, транспортный ажиотаж летнего сезона мог оказаться серьезной проблемой для автолюбителей. Чтобы не допустить автоколлапса, приступили к срочному ремонту дороги. Аукцион на проведение ремонтных работ выиграла Приморская строительная компания. Планируется асфальтирование произвести полностью по всему городскому округу, касаемо краевой трассы. Также включается и отсыпка обочин, также включается и заезды на все домовые, придомовые территории и прилегающие все трассы. Состояние дороги во многих местах сделало невозможным проведение ямочного ремонта. Потребовались полномасштабные работы. На большей части протяженного отрезка уже уложен первый выравнивающий слой асфальта, поверх которого наносится верхнее покрытие из более прочного материала. На стройке присутствует порядка 15 единиц техники. Ведется асфальтирование от 92-го до 92-го километра. Это значит район автостанции и район выезда из города Фокино. Во вторник, 4 июля, во время рабочей поездки в Находкинский городской округ, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский проинспектировал ход ремонтных дорожных работ в Фокино. Глава региона лично осмотрел участки, где уже выполнены работы и где еще ведется укладка асфальта. Ваше поручение, Ремонт транспортной инфраструктуры проводится в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По данной программе в этом году на основной магистрали Приморья, трассе Владивосток-Находка, планируют отремонтировать около 35 километров дорог, установить новые дорожные знаки и ограждения, а также обеспечить освещение участков. Планируем выполнить все проблемные участки, отремонтировать. Работы уже ведутся на 5 участках одновременно. Как вы видите, и по Фокино работы ведутся на сегодняшний момент. То есть в этом году планируем основные проблемные участки мы закрыть все и также продолжить ремонт дороги в следующем году и уже в следующем году закончить ремонт. В границах муниципального образования проблема с дорогами решается по принципу софинансирования за счет городского бюджета и краевых средств, выделенных в рамках приоритетного проекта. В этом году по данной программе в городском округе будет в том числе ремонтироваться дорога Фокино-Дунай. В порядок приведут участок протяженностью 5 километров от поселка до поворота к 30-му судоремонтному заводу. Включены в программу ремонта также придомовые территории и межквартальные проезды. Это у нас будет Тихонова 13, Белышева 17-20 и Тихонова 3. Это здесь Фокино и 4 территории в Дунае. Это будет у нас Ленина 35АБВ и Советская 6. Это все будет работать та же Приморская строительная компания, которая выиграла конкурсы. По словам главы городского округа, уже к середине июля, пику летнего наплыва туристов, дороги городского округа будут приведены в нормативное состояние. На эти цели планируют потратить порядка 30 миллионов рублей. Сроки выполнения намеченных работ может скорректировать лишь приморская погода.